Ирюша, окрошку будем делать? Вот лучок замочили с укропчиком. Пусть помоется хорошо. Потом будем резать, да? Чтобы быстрее приготовить окрошку, я отварила картошку не в мундире, а так. И порезала. Сейчас она остынет, и мы с тобой будем готовить. Ты прав, Ирюшечка. Зачем ждать, когда картошечка остынет, если можно сразу яички почистить и порезать? Да, мой сладкий? Ты же мне поможешь? Поможешь? Конечно. Мы возьмем пакетик, в него мы будем складывать мусор с тобой, да? Ты любишь чистить яички? Давай, чтобы все видели, как мы работаем, да? Помощник ты мой. Ой, плохо чистится, да? Плохо яички чистятся. И какие яички. Давай, садись, будем думать. Фу, что у нас с тобой так получилось? Смотри, как нехорошо. И вот так вот захочешь снять на камеру, а у тебя яйцо раз и подвело. Может, надо вот так вот его? Вот так вот делаем и будем. Может, так оно быстрее почистится? Нет, тоже, видишь, то ли очень свежее, то ли... Ирюся, нельзя туда. Просто смотри и все, а лазить туда нельзя. Мы хоть и родственники, но все-таки питание у нас раздельное. И не стоит на это обижаться. Ладно? Ладно, мое солнышко. Яички у нас вы едите, но в котлетах. Побольше зелени, чтобы было вкусненько, ароматненько. Пока папа на работе, пока наш батя на работе, мы приготовим самое легкое блюдо, которое вообще можно приготовить. А теперь, мой сладкий, чуть я тебя не вижу. А теперь давай лучок, да? Давай лучок. Интересно, у нас с тобой вкусно получится? Ну как можно окрошку испортить, да? Ну как можно окрошку испортить? Ну только если кефир не вкусный будет, да? А все остальное, то... Все. Убежал Эрик, запахло луком, он испугался и убежал. Все, помощников нету. Горяченькая! Горяченькая! Давай, зальем. Какой он жидкий! Ну, пойдет. Так. Давай с тобой посолим. Убежал. Опять убежал. Еще один присол. Целуй Зойку. Мою Зойку. Все, видишь? Окрошку сделали. Надеюсь, она вкусная. Будет. Наверное, еще дольет чуть-чуть. Вот так, кефирчику, да? А то первый кефирчик был 1%. Ну уж очень жидкий. Так. Ну, наверное, я еще разбавлю вот это. Вот так вот. Чуть-чуть. Так вот. Ну что, кушать будем?
приятного мне аппетита!